Ровно 10 вопросов рассмотрели депутаты Тверской городской думы на очередном заседании, прошедшем в пятницу. Традиционно они касались самых разных сфер жизни столицы Верхневолжья. От реализации инфраструктурных проектов до увековечивания памяти именитых земляков. В повестке дня были самые разные вопросы. Внесение изменений в устав Твери, передача из муниципальной собственности или, наоборот, принятие на городской баланс объектов и имущества. Одним из важных моментов стал перевод в госсобственность участка в 7000 квадратных метров на северо-востоке столицы Верхневолжья. Который очень необходим для строительства как въезда, так и съезда на наш северный обход города Твери. Это трасса М-11, которая так называется в Бежевском направлении, из Бежевского направления. Сразу два вопроса были посвящены увековечиванию памяти наших именитых земляков. Один из них – Петр Плетнев, учившийся в Тверской семинарии. Петр Александрович родился в Бежевском уезде Тверской области. Плетнев является выдающимся литературным критиком, поэтом и педагогом. Литературная деятельность Плетнева началась в 1818 году. Он был одним из ближайших друзей Пушкина, который посвятил Плетневу свой роман «Евгений Онегин». Дума одобрила установление мемориальной доски Петру Плетневу, равно как и в честь Фрумы Абрамовны Ворошиловой. Она в годы войны организовала в Калинине первый, после освобождения от фашистов, детский сад.